Фуф, очень жарко там в пещере, я просто мокрый весь, гляньте. Вот. Но это очень хорошо. Там заодно, кстати, нет не так много кислорода. Вот. А это храм, вы знаете, уже посвященный как бы Гаракша, да, Гуру Гаракша, вот этот храм. Вот этот и вон тот, два колокола используются в пудже. Совершенно изумительный звук. Вот. Ребят, ну что, я буду собираться, наверное, поеду, потому что меня спутник уже ждет. Я сюда вернусь, чтобы дорассказать вам о самих асанах, как настоящие асаны выполняются, что такое изометрические и изотонические упражнения, и как бы уже практическую часть. Или, может быть, давайте я, наверное, практическую часть уже перенесу в сам ашрам, чтобы вам там показать как бы уже на деле, как все это происходит. Все, вот мы здесь, прощаемся мы с этим родным для всех хатха-йогинов местом. Вот, прощаемся с местом, где очень раньше давно жили надхи. Это вы понимаете, что вот это как бы новострой, а вот это вот то самое место, где они и жили. Вот, а жили они здесь, вот в огороженной вот этой вот такой штуке, которая здесь на ночь закрывалась. Там, видите, большие высокие стены, здесь стены. И все это было, конечно, вот здесь отделено. Жили они здесь. Вот это был храм, посвященный как бы Гаракша, или до этого я не знаю, кто был, конечно, Шивлингом. И две пещеры, где люди с утра и до вечера занимались, ребята, медитацией. Все, с вами Перчи из святого города Уджейн. Я еду обратно, потому что уже вечер. Нам еще нужно добраться вечером обратно. Все, давайте, пока-пока.